Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Мульти Илья. И сегодня мы проиграем в игру One Week at Wampties, или Intimate, или как-то там. Короче, концепция шестой ночи, если в сокращении быстро. Так, это, ребят, официальная игра, если кто-то не знает. Вот, доказываю. Вот, вот оно, ребят. Видите, обновилось все на страшное. Грангфус, бобёр. Этот, золотой Флампти, Бой Блэм, Редмен. Видите, что случилось? И здесь написано, полная игра, отклоняйте любые ложные срабатывания. Это проблема самих файлов. Концепция Night 6. А у меня есть демо. 11 часов назад вышло это. Релиз-тизер уже доступен. Что делает братан? Вот, ребятки, это я вообще не следил за игрой, я не знал, что вышло что-то. Но я нашел... Я, короче, скачал игру только по тизеру. Я тизер недавно, потому что, ребят, смотрел. И сегодня мы будем играть в это. Наверное, скоро добавят все ночи, потому что тут написано Night 6. Ну, а мы приступаем. Поехали. Если... Вот. Выживете до 6 утра. И 6 утра. И, видимо, здесь есть Night 7 или только ночь часа. Вот, ребят. Офис. Поменялся. Жестко. У нас есть боковые двери. Кстати, здесь на пробел смотрите, что можно. А, это надо звонок отклонить. Вот. Кому-то мы... Ок, показываем, типа. Тут смешное в чем прикол. Ребят, Грангфус. Также здесь есть еще чел, он активен будет тоже скоро. Видимо, бежать по коридору будет. Кто-то Флампти или кто золотой. Бой Блэм, ребят. Все, 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 начинаем. Все поперли, все. Все поперли. И все, если, ребят, кто-то не знает, то все заражены, по сути дела. Фотка висит. Видите, да, что случилось с локацией? У нас 3 доступные камеры, за этим надо следить. По сути, и здесь Грангфус. Я видел скример уже. И это офис. Я думал, что это мы идем куда-то по желтому коридору. Оказывается, нифига подобного. Так, ребят, вот как его в этой комнате не будет? Мы должны дверь закрыть срочно. Ну и пятую вещь, что так надо чекать. Ну-ка, стоямба. Он так смотрит на дверь, меня это бесит. Вот как его там не будет? У него за спиной какая-то фигня. Видите? Вон. Бобёр, сова. Ребята, он пошел, я не знаю, как с ним сражаться. Я вот не знаю, как с ним драться. Я знаю, как с Бой Блэмом воевать. Все, иди отсюда. Ваш шар. А как? Подожди. Я не, ребят, не успел, подожди. Нет, я не успел. Смотрите, гейм-овер. Типа золотой Флампти. Надо двери закрывать, короче. И типа Флампти. А рот руки тянутся, и золотой Флампти убьет Флампти по-любому. Короче, здесь мы играем за Флампти. Все заболели, типа так сказать. Все заражены им. А мы же, мы, Флампти, разгребаем всю эту фигню. Давайте, ребят, я вам обещал, что будет прохождение. Обещал. Вот, пожалуйста. Серия новая выходит сегодня. У меня есть, ребят, как и старая, так и новая демка. Я оставлю эту демку на всякий случай. Good morning в Dog City. Ай, что-то там тупо-то бла-бла-бла-бла-бла-бла, мне это неинтересно. Теперь я понял. Бобер бежит посюда. Бой Блэм надо закрывать, когда его не там. Вот как с ним бороться? Это неприличный знак. Я его не могу сейчас замазать, потому что у меня фигня произошла. Так, это мы помним. Вот, Грангфус, там сидел чамп-чемп. Ой, пошли все уже, друзья, ко мне. Стоп, а это коридор? Это коридор? Ррр, я так сказал. Ой, блин, там этот. Эти сидят, два придурка. Это из демо 1, если что. Так, ребят, вот за этими двумя пока следим, потому что я не знаю, как бороться против всех остальных в данной игре. Я изучу, ребят, механики всех. И здесь глазозавр, здесь зра. Поняли, да? То есть, что золотой Флампти натворил со всеми. И он, по сути, если посмотреть в пятой, то он находится во второй камере. Вместо как Флампти в первой части. Офигеть, да, ребят? То есть, все теперь настроены против Флампти, а не за Флампти-бампти. Ну, его здесь не станет, если что. О, бобёр уже пойдет сейчас. Я жду, пока это там уйдет. Ну, и сверяюсь по коридору, если что. Понимаете, ребят, мне вот сейчас неудобно капец играть. Опля, ушел отсюда. Все.
Вайзеры сами отключатся. А как? Подожди, я не понял, а как мне конспекцию? Подожди, в чем прикол? А, там, наверное, удерживать надо, ребят. Я туплю на этом моменте, я не понимаю. Сейчас я попробую обосновать обновление. Нет, ребят, это хардово. Вот зайдите сами на Game Jolt прямо сейчас, вот смотря мое видео. И вот сами убедитесь, я вам показал, что это оригинал. Это, по сути, никто ни другой не мог выпустить. Вот. А я думаю, я жму-жму, а тут удерживать нужно. Офигеть. Мне неинтересно вас слушать, поэтому поехали сразу к ночи. Это убираем, чтобы сообщений здесь не было. Ну, ребятки, пожелаем удачи. Тут типа космос. Короче, я думал, в трейлере это коридор вообще у нас. А тут, по сути, должен был кто-то сидеть. Чамп или чем кто-то из них. Я точно не знаю, как их отличать. Поняли, да, ребят? Здесь, короче, походу, либо только шестая ночь, либо как ты пройдешь шестую ночь, будет седьмая. Но это не точно. Я не буду лазер сейчас активировать, потому что они долго перезаряжаются. Все, я тактику обосновал. Теперь зачем вот это? Видимо, против кого-то. И ребят, кстати, это рука в ламте, если кто-то не понимает. По сути, у всех такие руки, только сейчас они более когтистые. Ой, пошел уже. Слава богу, пока хоть никто тут... Я чую, что мы сдохнем где-то в 3 часа ночи или в 2 здесь в игре. Мы сдохнем либо от глазозавра, либо от кого-то еще, потому что я не знаю потом фактически, как с остальными бороться. Тут надо за бойблемом и бобром вначале следить, ребят. Я вот даю вам тактику, если вы, конечно, тоже будете скачивать данную игру. Я вот, кстати, до этого зафейлил жестко. Так, ушел от меня. Отворачиваемся. Бобер. Бобер не идет. На, тварь. Лох. Так, ребятки. Дальше. Идет, похоже, к вам Грункус или кто там из них. Так, ребят, мне страшно, понимаете? Я не знаю, как вообще играть в это. Грункус это, если что. А как? Что это? Подожди. Атака. А. А, тварь. На, тварь. Атака. Понимаете, да? То есть тебя хакают. Я включу лазер. Ребят! А как? Подожди. Окей, окей. А что это за фигня? Помогите! Я, ребят, не знаю, как вообще в это играть, и меня сейчас просто убьет Редман, да? Ага, хер. А кто это? Твою налево. Да ты скотина тупая, нет. Я не обосновала обновление еще. Твою налево. Твою мать. Что это? Ребят, тянем как можем сейчас. Спейс? Типа. Что с тобой делать? Я не знаю, ребят, точно, когда ко мне бобер сейчас подбежит. Так, ребят, вот эта дверь, если что, мы ее закрываем каждый раз, а это удерживаем. Так нам, по сути-то, никто и не подберется. Может, радио, что? Шкала разоблачения! Ой, блин. Здорово. Ок. Я, братан, ок, хочу тебе показать. Уйди. Ушел отсюда, придурок. Бобер. Нет, ребят, это сложно, понимаете, в чем прикол? То есть на тебя нападет как Редмен. То есть активируются все практически в 2 часа ночи. И, видимо, Грункус опять придет. Поняли? И, то есть я начал обосновать потихоньку игру. И здесь ошибка. Опа. Ну ты тварь золотая. Я уже так, ребят, выражусь. Извините, конечно, но придется так. Короче, ребят, сейчас буду проходить молчком. Потому что тут надо сосредоточиться на каждой атаке. А так как тут стоит камера, и мне это сделать фактически невозможно. Ладно, сейчас начну молчком проходить. Погнали.
А я... Вот, ребят, вы сами все видели прекрасно. Я пытался выжить, но это сложно. Тут надо запоминать тактики каждого соперника. Надо знать, как это проходить. Надо знать, как бороться с чампом-чемпом. Глазозавр, я понял. Ой, это капец какой-то. Это сложно. Очень сложно, ребят. Но я попробую, естественно, это пройти. Или я разделю видео на две части. Но я, по сути, разобрал, как это проходить. Короче, смотрите, кому-то мы должны показывать окей, типа, все. На клоуна тыкаем, чтобы он ушел. Блэм, закрываем дверь. Бобер, удерживаем ее. Вот перед ним надо вот тут дверь закрыть. Когда побежит бобер, он сперва идет сюда и потом бежит по коридору. Надо удерживать дверь. Хорошо, что никакой энергии вот нет. А как бороться с глазозавром, я понял. Надо не дать ему появиться. С Гранфусом тоже. Вон дыра. Дыра в нашем офисе есть. Появится где-то здесь. Возможно, вот она. Им надо нажать. Вы сами видели, как я нажал, и он ушел. А вот как бороться с Чампом и Чемпом? Это просто какой-то комбец. Я не знаю просто, как с ними бороться, ребят. Но я, естественно, постараюсь затащить это, потому что надо. Это обновление. Это шестая ночь. Это шестая ночь, которая самая сложная во всей игре будет. Я уже молчу о седьмой ночи. И здесь, получается, мы не один на один встречаемся с золотым Фламти, а со всеми, но они какие-то не такие. Ну, просто, ребят, сами посмотрите. У Бэбуэма рот огромный, у всех есть такие штуки. Вот, у Бобёр унитаз приклеен. Если кто-то смотрел трейлер третий АВАФ, то вы знаете, что там будет. По сути, нам это показали, но как с этим, типа? Как будто мы куда-то идем. Короче, я так понял, надо меньше поднимать планшет, когда Чамп или Чем в офисе. Кто-то из них, короче, в офисе, а кто-то спит на камере 7. Потому что он ко мне прокрался и просто убил меня. Все, обновление обосновали, теперь начинаем жестко играть. У меня, ребят, один ам. Здесь надо просто за этими двумя камерами жестко наблюдать. Вот. У него рот. И вот, вот эта бесячая паскуда. Меня жестко бесит здесь. Во всей игре. Атака. Делаем тоже атаку. Я не втыкаю. Поэтому я сразу хреначу. Атака опять. На, тварь. Мы должны тебя убить. Ты злой. Ты плохой Редман. Ты не тот Редман, которого мы знали. Упал на землю. И уин, ты победил. Завар! Ребятки, завар полез. Блин, жесть, зажимают со всех сторон. А там Чамп пришел, я понял. А как вот мне с ним бороться? Подожди, здесь радио есть. Но оно никак не используется нынче. Завар. Нет, завар, ты не проявишься. Капец, ой, этот пошел, придурок. Так, ребят, я не уверен, что мы опять дотянем до 6 утра, естественно. Подожди, я испугался, я подумал, это уже Бэбуэм зашел ко мне, хотя он был на камере. Ушел. Теперь как бороться с ними обоими? Тыкать, может, как-то нужно на него, я не знаю точно. Ребят, точной механики нет, я почитаю обязательно про игрушку. Я не знаю четко, как с ним бороться. О, а там Гранкус или кто там? Полез, вон он в коридоре уже. Ребятки. Он в коридоре уже. А как мне с ним от него отбиться? Объясните мне это. Что мне с ним делать, ребят? Энтер может какой-то зажать. Налево. Атака. Тут надо все шарики, да, закрашивать. Ой, ёшки-матрёшки, уйди отсюда. Запятница, вот. Ханг. Бобёр. А сфигали. Я, ребят, не знаю, как с ними бороться обоими. Вот, окей. Долго гляделки будут длиться. А этот сейчас паскуда на меня нападет, да? И все. Эта паскуда на меня просто нападает. Я, ребят, не понял, как это проходить. Но это сложно, понимаете? То есть здесь все активны. То есть тут нету одного противника золотой Фламти, как предполагали многие. Здесь все. Мы играем за Фламти против всех. Против всех. Демон его уже захватил. Видите, он весь в трещинах. Демон его уже захватил. Мы не можем ему никак помочь больше.
наших друзей, видимо, он подключил, как-то демон подключил к себе. То есть, увидите, что он с ними сделал? Он им дал какие-то говорящие глаза, теперь же они как под гипнозом каким-то или что-то типа такое. И, видимо, предполагаю, я так думаю, что в 7-й ночи мы все вместе будем воевать против золотого Флампти. Потому что, ребят, я, наверное, буду делать вторую часть. Естественно, я сейчас почитаю и еще одну попытку бацаем. Если не получится, то будет вторая часть, ребят. Обещаю, мы пройдем эту игру. Это не как с режимом тем, я который прошел за кадром. То есть, и прикиньте, я объясняю. Короче, тот режим я прошел очень быстро. То есть как? Я отключил видео, две попытки сдох, на третью прошел. Все. А здесь же, получается, все они, но зараженные только. И еще сильнее. У всех тактики новые, неизвестные. Я не знаю, как бороться с чемпом-чемпом. Вот это минус. Я выучил Гранкуса, Буэма, Бобра, Глазозавра и Золотого Фломти. Они все начинают идти в 3 часа ночи к тебе. И мы сдохли на 2. Редман тоже легко с ним бороться. Там мини-игры хотя бы не такие сложные, как были в первой части. В первой ночи. Помните? Змейку. Вот этот, ну, первая игра легкая, змейка вот бесячая. Потом что еще было? Монстрики. А здесь и игры легче. Я, ребят, сейчас, может, почитаю, как играть, и вернусь к вам. Я, ребятки, почитал об этой игре. Там мало что можно найти, но что-то так все-таки нашел. Но я не нашел, как бороться с чампом и чемпом. Либо я слепой, либо там этого не было. Вот одно из двух. Короче, ребят, это полная игра получается, но проблема в самих файлах, что типа они совмещаются или как-то так. Также можно предлагать, то есть вы можете предлагать свои усиления или же облегчения, допустим, убрать кого-то или добавить. Написано было, что встретимся в следующем проекте, а значит этот проект по сути завершен. И то есть вместо 7 ночей мы получили лишь 6. Ну или 7 просто. Здесь пока ничего нет, потому что это версия 1.0.0. Тем более сказали, что будут исправлять игру, то есть добавлять там все ночи и так далее. То есть вы, ребят, можете после моего видео зайти на GameJolt и не стесняясь просто взять и написать какую-нибудь, допустим, ошибку или какое-то усиление, усложнение там. Или облегчение, чтобы полегче было немножечко. Также, ребят, я поэкспериментирую кое с чем. У меня есть первая вап-демо. А вот на какой, ребят, камере мы находимся, это интересно. Может, я, ребят, сам спрошу, как бороться с чампом-чемпом? Ну, или найду еще, ребят. Потому что я не знаю, как... Вот с одним бороться особо, я не знаю. И с чампом. Это, наверное, чамп там сидит. А это чемп к нам приходит. А, кстати, вас не смущает, где наш этот игрок, за которого мы играли? Кто, ребят, тоже ждал обновления на WoW, ставьте лайк. Не знаю, ребят, почему вам так рубрика жестко не заходит, но отличная же игра, согласитесь. Хорошая, принципиальная. Но сложная, скотина. Вот сложное это самое, это 6-я ночь, потому что я прочитал. В 3 часа ночи игра становится сложнее куда больше, чем в 2 и в час. Мы же в 12 пойдем все, вот именно. Тут, слава богу, нету электричества еще, и пока что нет, наверное. Возможно, добавят. И пока что этого. Еще кое-чего, что-то я хотел сказать. Возможно, концепция с радиом должна быть какая-то, я точно не знаю. Никто не знает, ребята, о дальнейших планах разработчиков данной игрушки. Игрушка хорошая. Я никому не говорю, что типа, почему такое маленькое обновление. Нет, ребята, это обновление нормально. Как писал сам разработчик, тот, кто делает сейчас WoW, по сути, проблема в каких-то файлах. Если, может, я покопаюсь, то я смогу найти файлы и, возможно, исправить как-то ошибку эту. И сделать так, чтобы было этого. Все, ему надо 3 удара нанести. Вот, ребят, это легко, это легкие мини-игры. Это кажется, что они сложные. Так, этот идет. Сдох. Лошара.
У газозавр уже, ну как? Ребят, что это за фигня? Почему все значит... Вот как с ним бороться, я не понимаю просто этого. Ок может долго. Нет, ок нельзя показывать. А может Enter? Escape там, Shift. Может Shift плюс Enter как-то. Повороты. Так, ребятки, базавр уже пошел. Мне это вообще не нравится абсолютно. Да отвянь ты, тварь тупая. Я, ребят, не знаю, как с ним бороться. Этот уже тем более вышел. Все, этот идет за мной. Ты приходишь или нет? У тебя 5 лет ждать. Отошел от меня. Тварь. Тварь, он меня обхитрил. Ребят, ну он уже пришел. А как мне с ним бороться? Кую, вай, что нажать надо? Тварь. Это еще пришла ко мне, скотина. Я, ребят, не знаю, как это проходить. Но это... Еще... Что? Понятно. Не, ребят, это сложно, понимаете? Это... Я не знаю, как просто бороться с ними еще. Но я попробую почитать что-то об этом еще. Как бороться с чемпом-чемпом в новом обновлении. Там по трейлерам написано, наверное, было, как с ними бороться. Ну а если, ребята, вам понравилась эта серия, то давайте поставим лайк, подпишемся на мой каналчик и напишем комментарий, хотите ли вы продолжение. Я выпущу продолжение каким-нибудь кадром, то есть ассоциирующим продолжение. И попробую поэкспериментировать с двумя играми, так как у меня осталось демо с тремя ночами и есть демо с шестой ночью теперь у нас. И теперь можно совместить эти части. Я попробую и посмотрю, что выйдет. Может получится полная игра таким образом. То есть будут все ночи, вы проходите их, открывается шестая ночь, вот так и меняется меню. Или это тоже, ребят, еще не полная по сути игра. Хотя написано, что вот она, полная игра. Ну ладно, ребят. А если вам правда понравилось это видео, ну, не знаю, поставьте лайкосик хотя бы один, не знаю. Напишите комментарий какой-нибудь позитивный, там, типа, круто, или какой-нибудь еще. Любой вообще, любой абсолютно. Там, подпишитесь. Ну, а с вами был я, Мультилье, и компашка Фуламти. А всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока!